Всем привет, ребята! Сегодня пятница, время без 10:08. Как вы видите, я в школьной форме. И это потому, что сегодня мы вместе с вами пойдем учиться в школу. Да, давно у меня не было школьных влогов, и я подумала, почему бы и нет. Мы вернулись в Таиланд, я возвращаюсь в свой режим. Так что да, сегодня вы пойдете вместе со мной, я вам покажу, как проходит мой день, как я возвращаюсь в режим. Так что, если вам это интересно, оставайтесь вместе со мной, и мы начинаем. У нас недавно были в школе экзамены, и сейчас те, кто не сдали экзамены, их пересдают, так что в основном сильно мы не учимся последние дни. Из-за этого беру я с собой только свой пенал, небольшую вот такую вот папку, свой планшет и игру, потому что в свободное время что еще делает, да? Let's go. Обожаю дожди, ненавижу, когда мой байк мокрый. Как я вам уже сказала, сейчас мы занимаемся пересдачей экзаменов. И единственный экзамен, который я не сдала, это ЛО, закон, право. Из-за этого сейчас я буду все переписывать на бумажку и отвечать снова. Да, весь экзамен. Капец. Чтобы вы понимали, на экзамене было 60 вопросов. 60, блин, вопросов. И мне все их нужно будет переписать на отдельную бумажку. Слава богу, у меня есть вот такой вот список ответов, так что я автоматически беру, отвечаю и пишу свой ответ на бумажке. Я наконец-то закончила со своей работой, заняло это у меня где-то 2.5 часа, почти 3 урока. И сейчас мы, наш последний урок перед обедом, сидим за компьютерами. Людей сегодня очень-очень мало пришло, так что мы вообще не учимся, доделываем нашу работу и отдыхаем. Кто-то пересдает экзамены, а кто-то занимается вот этим. Они включают одну песню и смотрят клип другой песни. What are you doing? Why? Why? Remix. У нас время обеда, и сегодня вот так тут выглядит мой обед. Я теперь заранее заказываю перед школой себе какую-то тайскую еду, и вот сегодня у меня рис, мясо, яйцо, овощи. Также я купила себе вот такую вот печеньку. Всем приятного аппетита! Сегодня на улице, кстати, такая шикарная погода. Весь день идет дождик, прохладно, свежо. Обожаю такую погоду. Пока я мучаюсь, чтобы в будущем после школы начать зарабатывать на какой-то определенной профессии, я хочу вам рассказать о том, как вы прямо сейчас можете выйти на стабильный заработок и поменять свое денежное мышление. Онлайн-школа денег Егора Арсланова сейчас проводит бесплатный мастер-класс, в котором раскроет секрет американской стратегии, о котором никто не говорит в России. Если у вас не получается накапливать деньги, у вас куча долгов, вы боитесь за финансовое будущее своей семьи, то этот мастер-класс для вас. Вы научитесь создавать капитал, начнете инвестировать, разработаете стратегию и будете финансово грамотно жить. Плюс на мастер-классе вы сможете получить кучу бесплатных бонусов от Егора. Сам же Егор имеет 12-летний опыт в инвестициях, уже провел более 50 живых семинаров, на которых присутствовало более 3000 человек. В общем, регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс прямо сейчас, без воды, абстрактных суждений и рисковых инструментов. Переходите по ссылке в описании и становитесь финансово грамотными. I want to go home. Время 4 часа дня, у нас только что закончились уроки. Как я уже сказала, мы, по идее, сегодня весь день ничего не делали, и все уже ушли в
классе тишина, пустота, никого нету. У меня сейчас будет экстра класс. Я одна. Время 5 часов вечера, и я наконец-то закончила. Да, экстра класс закончен. Все. Прямо сейчас я поеду домой и Спасибо. Да. Не знаю, конечно, чем я буду сегодня заниматься, потому что у меня ничего не запланировано на сегодняшний вечер, но посмотрим, да. Как же я устала. Я наконец-то дома спустя сложного и тяжелого школьного дня. Ну ладно, я, конечно, перебарщивала, он не такой уж сегодня был сложный, как я уже говорила, в принципе, мы сильно ничем не занимались, так что, да, в принципе, сегодня все было легко, просто. Время сейчас 5:24, я уже, честно, немного проголодалась, так что схожу покушаю, и потом уже буду приступать к своим вечерним делам. Не знаю, конечно, чем я буду сегодня заниматься, планов вообще никаких нету, но посмотрим, посмотрим, что там по делам, по целям, и будем с вами продуктивничать. Зацените, кстати, мою прическу, я вам ее не показывала, но я немного переделала свои косички, и мне прям очень сильно нравится, знаете, такой прям Дженни Ким стайл. Let's change this outfit, yeah! Я решила, раз у меня есть сегодня наконец-то свободное время, наконец-то, да, почему бы не заняться домашними делами? Хочу помыть посуду, убраться у нас в туалете, потому что там капец с нашего приезда, я до сих пор там не убиралась, постирать вещи, в общем, doing some home chores, you know? Так что приступаем. Ванную отмыли, теперь время помыть посуду. Вы только посмотрите, сколько ее много. Это капец. Главное, знаете, в чем прикол? Я ее мыла только вчера. Вчера ничего не было, сегодня уже куча всего. Откуда? Как это происходит? Себя чувствую. Знаете, ощущение, когда ты трудился, сделал кучу-кучу дел, убрался, и вот, ты уставший, умираешь. Ну, так круто себя чувствуешь, потому что ты наконец-то это сделал. Вот, сейчас меня такие эмоции переполняют, и it's amazing. Время 9 часов вечера, и, как вы понимаете, сильно ничем я уже заниматься не буду. Скорее всего, буду готовиться ко сну сейчас. Перед сном я в последнее время читаю вот эту вот прекрасную книжку «Тысяча поцелуев». Я начинала ее читать, наверное, месяц назад, но тогда она мне не зашла. А сейчас просто начала читать, и шикарная книжка. Я, наверное, за последние 2 дня прочитала 199 страниц. Офигеть, да,
два дня. Ну, в общем, сейчас я буду читать, отдыхать. А это видео подходит к концу. Да, вот такой вот у нас с вами сегодня был школьный день. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И да, бай-бай.